Меня зовут Татьяна Рома, я фамилия не мужчин. Мне 17 лет, живу в Чурсаханском Аймаке, Монголии, Самани Улесе, 19-м колесной школе девчин. Я среднего роста и стройная. Люблю одеваться удобно. Мой девиз – это комфорт. По характеру я очень аккуратная, галантная, сдержанная, спокойная, встречивая и упорная. Мои друзья, учителя и родители говорят, что я коммуникабельная. Я хочу привести себе гибкость, потому что гибкость позволяет эффективно решать проблемы и находить выходы из трудных ситуаций. Могу с уверенностью сказать, что я отличница. У меня много разных хобби. Я обожаю рисовать, вести записи, блокноты, слушать музыку, собирать наклейки. Очень люблю читать познавательную литературу. Чтение и книг учат меня размышлять, фантазировать, мечтать и переживать с главными героями радостные и печальные события. Я считаю себя хорошей, воспитанной по монгольским обычаям дочкой, хорошей сестрой и подругой. Презираю ложь, грубость и лицемерие. Я с детства мечтаю стать сотрудником банка, потому что банкиры играют важную роль в экономике страны. Банковское дело – это не только работа деньгами и операциями, но и обеспечение людям комфортной и безопасной жизни. После окончания университета я хочу работать по своей специальности и расти профессионально, буду честно работать на благо своей родине. Мечтаю о крепкой и счастливой семье, хочу иметь много прекрасных детей.